эфире информационно-музыкальная программа «Радио Карачаево-Черкесии Республика». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре 21 марта, среда. В студии работает Марти Киев. Я рад приветствовать всех, кто решил этот день начать вместе с нами на волне республиканского радио. Коротко о знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня Всемирный день поэзии. 1388 лет назад Ираклий I возвратил в Иерусалим великую христианскую святыню – Животворящий крест. 352 года назад проведена первая перепись населения Канады. В 1891 году состоялась свадьба сына клана Хатфилдов и дочери клана Маккоев, прекратившая вражду, длившуюся десятки лет. 55 лет назад была закрыта тюрьма Алькатрас, а в 1965 году к Луне запущена американская автоматическая межпланетная станция «Рейнджер-9». В этот день родились такие известные люди, как русский военный деятель, контр-адмирал, пионер авиации Александр Можайский, советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации Василий Сталин и советский эстрадный артист и певец, киноактер, народный артист СССР Леонид Утесов. Таковы наиболее заметные события наступившего дня. А сейчас на нашей волне музыка. Не переключайтесь. Солнце мелодично восходит, ручеек света ласково будет, дует ритмично нежный ветерок. Просыпайся, мой городок. Улыбками поливают, оу-оу-оу, музыка качает, дарит веселье и хочется летать, значит пора, глаза открывай. Вставай, 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 доброе утро, открой свои глаза, это не трудно, все будет хорошо, надо себе сказать, пора, пора, пора бежать. Вставай, 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 доброе утро, открой свои глаза, это не трудно, все будет хорошо, надо себе сказать, пора, пора. Петь такие моменты, оу-оу, плывут там облака, оу-оу, любовь навсегда, эта красота зовет за собой, проснись, потянись, улыбнись и пой. Утро, красота, легкий ветерок дует из окна, впереди всех нас ждут дела, просыпайтесь, города. Утро, красота, легкий ветерок дует из окна, впереди всех нас ждут дела. Удача, она в каждом доме принесет счастье. Оу-оу-оу, гонят минуты. Оу-оу-оу, мысли в полете. Великолепный мир поет. Под эту мелодию страна встает. Вставай, 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 доброе утро. Открой свои глаза, это не трудно. Все будет хорошо, надо себе сказать. Пора, пора, пора бежать. Вставай, вставай.
Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика». В студии работает Умар Тикеев. Подведены итоги главного политического мероприятия страны – выборов президента Российской Федерации. Основным числом избирателей на столь высокий пост избран действующий глава государства Владимир Путин. По подсчетам голосов он лидирует в большинстве регионов страны. Тему продолжит моя коллега Болдубай Байрамукова. На столь высокий государственный пост претендовало 8 человек. Казалось, избирателям не так-то легко сделать свой выбор. Для этого нужно было ознакомиться с программой каждого кандидата и не только. Но оказалось, что большинство жителей огромной страны предпочли отдать свои голоса за уже проверенного, показавшего себя достойно в различных ситуациях кандидата. Так, по итогам подсчетов голосов, в ближайшие 6 лет руководить государством будет Владимир Владимирович Путин. При явке 67,49% он набрал 76,66% голосов избирателей. На втором месте кандидат от Коммунистической партии Павел Грудинин. За него отдано 11,8% голосов. Замыкает первую тройку Владимир Жириновский, у которого 5,66% всех голосов. Три региона России на президентских выборах показали явку свыше 90%. Пример можно привести Республику Тува. Там на выборы пришли 93,66% избирателей. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где явка составила 91,90%. На третьем месте Чечня – 91,54%. Что касается нашей республики, по явке избирателей мы на 5-м месте. В этот день проголосовало 87,12% жителей региона. За кого и сколько отдано голосов в Карачаево-Черкесии, озвучила на пресс-конференции председатель Ресизбиркома Лариса Базалиева. Мы уже можем сказать, что выборы президента Российской Федерации в Карачаево-Черкесской Республике состоялись. Наши земляки проявили активность, свою гражданскую позицию выразили, пришли на избирательные участки и сделали выбор, который определит судьбу нашей страны на следующие 6 лет. В голосовании приняли участие 253 970 избирателей. За кандидата Бабурина Сергея Николаевича свои голоса отдали 0,27%. За Грудинина Павла Николаевича 6,99%. Жириновского Владимира Вольфовича 2,77%. За Путина Владимира Владимировича 87,64%. За Собчак Ксению Анатольевну свои голоса отдали 0,44% избирателей нашей республики. За Сурайкина Максима Александровича отдали голоса 0,99% наших земляков, пришедших в день голосования. За Титова Бориса Юрьевича 0,18% и за Явлинского Григория Алексеевича 0,29%. Знаменателен и тот факт, что выборы проходили 18 марта. Именно в этот день, 4 года назад, Крым был воссоединен с Россией. Глава региона Рашид Тембрезов на встрече с журналистами поделился своими воспоминаниями. Я считаю, что сегодня я сделал выбор за свое стабильное будущее. И как гражданин, и как руководитель субъекта Российской Федерации. Считаю, что я запомню это на всю жизнь. Я принимал участие в том историческом событии, был в Георгиевском зале Кремля, когда было подписано воссоединение России с Крымом. Поэтому сегодня, еще раз повторюсь, я голосую за будущее своей родной страны, своей родной республики, своих близких. Так что настроение очень праздничное. В нашей республике выборы прошли без существенных нарушений, открыто и честно. За ходом голосования, как и во всех субъектах страны, следили представители средств массовой информации, члены комиссии с правом совещательного голоса, международные наблюдатели. Среди них впервые были представители общественно-народного фронта. По словам председателя ОНФ Карачаево-Черкесии Людмилы Капушевой, выборное законодательство России отвечает всем мировым стандартам, что и было продемонстрировано на практике.
Главное, что жители нашего региона показали свою заинтересованность и высокую явку. Очевидно и то, что в количественном и в качественном выражении выбор президента Российской Федерации 2018 года в республике прошли спокойно и на уровне, подытожила свое выступление Людмила Капушева. Вновь избранный президент Владимир Путин принимает поздравления с победой. Его же поздравили руководители стран дальнего и ближнего зарубежья, а также главы регионов России и общественные деятели. После подведения итогов Владимир Владимирович выступил перед журналистами, своими доверенными лицами и избирателями. Он поблагодарил всех за проведенную работу и поздравил с общей победой. Главная эмоция – благодарность избирателям за тот выбор, который они сделали, за доверие, которое они оказали, за оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали, за их надежду и расчет на то, что мы будем работать, вся моя большая расширенная команда и я, ваш покорный слуга, будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор. У нас есть все шансы добиться конкретных больших результатов. Следует отметить, что это его не первая победа на президентских выборах. И, несомненно, президент страны воплотит в жизнь все свои планы по улучшению качества жизни населения и укреплению мощи государства. Я поднимаю свой флаг сквозь злые
наших душ и сердец костры, как во тьме моя. На волне радио Карачаево-Черкесии программа «Республика». У микрофона Марти Киев. Сегодня среда, 21 марта. Угарный газ или монооксид углерода – это крайне ядовитый бесцветный газ. Он является продуктом неполного сгорания углеродосодержащих веществ. Определяется в автомобильных выхлопных газах, сигаретном дыме, в дыме при пожаре и так далее. Запаха у угарного газа нет, поэтому выявить его наличие и оценить концентрацию во вдыхаемом воздухе без приборов невозможно. Вот почему он является крайне опасным. Подробности в материале Валерии Дагужиевой. К сожалению, угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, и при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. При этом он никак не раздражает органов чувств. Нет ни вкуса, ни запаха, ни цвета. О присутствии угарного газа нельзя узнать, пока не почувствуешь недомогание, а для отравления достаточно небольшого его количества. Об отравлении мы можем судить только по дальнейшим симптомам, когда угарный газ попадает в кровь. Чем больше концентрация угарного газа, тем быстрее развивается отравление. В легких случаях отравления угарным газом также могут наблюдаться следующие симптомы. Это головная боль, стук в висках, головокружение, боли в груди, сухой кашель, слезотечение, тошнота, рвота. Но более подробно о последствиях отравления угарным газом рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Черкесской городской больницы Руслан Дышеков. Яд достаточно сильный, образуется в процессе неокончательного выгорания каких-либо веществ. Ну, в нашем случае, как бы вот в условиях КЧР, наиболее часто это при использовании некачественного газового оборудования, очень часто бывает при использовании форсунок, там, когда не проводится профилактика газового оборудования, если колонки в доме есть, вот квартиры, оборудованные колонками, тоже достаточно часто бывают отравления угарным газом. Ну, по тяжести они бывают как бы острые и хронические. На хронические народ вообще не обращает внимания, хотя это достаточно большой процент. То есть очень часто и в литературе описано, и, кстати, даже более часто описывается в западной литературе, потому что системы с индивидуальным отоплением у них начали развиваться раньше. Там даже был классический пример вот в учебниках про то, что там молодая девушка в Париже начала отмечать, после того, как поменяла квартиру, резкое ухудшение самочувствия. И она обращалась от неврологов к терапевтам, дошла до онкологов, потому что резкая апатия, постоянные головные боли. Она прошла практически всех специалистов, пока случайно кто-то не посоветовал сдать кровь, и в крови обнаружили достаточно большой процент медгемоглобина. Медгемоглобин – это тот гемоглобин, это соединение, которое образуется в крови при попадании угарного газа. Ну, если тяжелое отравление, то это, возможно, на первых стадиях это возбуждение, галлюцинации, тошнота, рвота, повышение давления, тахикардия, то есть повышение частоты пульса резкое. В тяжелых стадиях это уже, наоборот, угнетение сознания, брадикардия, снижение давления и довольно такой характерный синдром – это покраснение кожных покровов. Это соединение в воздухе человек никак не может определить, оно без вкуса, без света, без запаха. Человек просто, как правило, довольно часто это после приема алкогольных напитков вот, засыпают, где-то оставляют что-то работающее, какой-то газовый прибор, что-то обогреватель, там чайники остаются работающие, и потихонечку идет накопление этого вещества в окружающей среде. Обычно, когда человек, особенно если выпивший, то закрытое пространство, все, и он накапливает, грубо говоря, по мере увеличения поступления этого вещества наступает отравление.
Жители республики потрясли новости об отравлении угарным газом мамы и ее 17-летней дочери. Таких случаев, к сожалению, немало. Причиной всему, по словам начальника Центра аварийной службы АО «Газпром» газораспределения «Черкесск» Николая Кользина, является тот факт, что многие хотят сэкономить на проверках и качестве оборудования. Это противозаконно. Последний случай, честно говоря, уже сбился, вот сколько у нас по республике случаев. Народ вот эти случаи ничему не учит. Самостоятельная установка газовых приборов, нарушение пользования. Плюс к этому ко всему не допускают наших специалистов к обслуживанию газовых приборов. Не заключают договора, чтобы специалист пришел, все обследовал, все сделал так, как это должно быть. Ну и отсюда, естественно, происходит вот эта беда вся. Люди не понимают, что этого делать нельзя. Они, я так понимаю, что они пытаются, скорее всего, сэкономить какую-то копейку. Ну, вот это происходит. Я всегда привожу случай такой. Вот у людей, у всех есть машины, да? Вот они знают, что машина, если ей не сделать вовремя ТУ, она поломается. Машину жалко, да? Едут на станцию техобслуживания делать ТУ. А здесь получается, что людям собственной жизни не жалко. Детей своих не жалко, родственников не жалко. Ну, я никак его понять не могу, почему это так именно. Каждый думает, что нет, меня это не коснется. Рядом у соседей происходит, люди все равно думают, вот у них было, у меня так не будет. Вот объяснить по-другому я не могу. Бесспорно, обслуживание и установка газового оборудования – недешевое удовольствие, и пытаясь сэкономить на этом, необходимо понимать, что деньги не стоят здоровья, а тем более жизни. Будьте осторожны и своевременно выполняйте все предписания и необходимые процедуры, чтобы обезопасить себя и своих близких. Сегодня кому-то говорят «до свидания», завтра скажут «прощай навсегда». Залит сердечная рана. Завтра кто-то, вернувшись домой, достанет в руинах свои города. Кто-то сорвется с высокого крана. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Завтра кто-то утром в постели поймет, что болен неизлечимо. Кто-то, выйдя из дома, попадет под машину. Завтра где-то в одной из больниц дрогнет рука молодого хирурга. Кто-то в лесу наткнется на мину. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Над нами пролетел самолет, завтра он упадет в океан. Погибнут все пассажиры. Завтра где-то, кто знает где, война, эпидемия, снежный буран. Космоса черные дыры. Следи за собой, будь осторожен.
На волне радио Карачаево-Черкесии программа «Республика». В студии работает Умар Тикеев. В эти дни продолжается Великий пост. Обязанностью каждого христианина в этот период является не только воздержание от развлечений и скромной пищи. Пост – это время размышления о собственной жизни, о своих поступках и совести. Таинство исповеди и причастия – это своеобразные инструменты для освобождения от всего ненужного, бесполезного, лишнего, но так прочно вошедшего в нашу жизнь. Подробности в нашей традиционной православной рубрике я передаю слово журналисту Руфине Ковалевой. Свет православия. Слово, мир, человек. Господи, милостая, подготовка к исповеди – это особый настрой, направленный на исправление своих грехов, своего дурного поведения, нечистых мыслей, а также отслеживание всего того, что противоречит и нарушает заповеди Господни. Таинство исповеди было установлено еще в первые века от Рождества Христова, и тогда верующим приходилось каяться в совершенных грехах не только перед священнослужителем, но и перед всей общиной, рассказывает пресс-секретарь Пятигорской Черкесской епархии протоиерей Михаил Самохин. Таинство покаяния известно с апостольских времен. Желая поступить в общину первых христиан, люди исповедовали в своих грехах, оставляли прежнюю жизнь и начинали ее по-новому, с чистого листа. В древней церкви покаяние было публичным. Человек, согрешая перед всей церковной общиной, перед ней же в целом и каялся. То есть приходил в храм Божий и говорил: «Братья и сестры, я согрешил вот такими грехами». И руководитель общины, епископ, налагал на него по канонам церкви наказание, которое предусматривало зачастую и чаще всего многолетнее отлучение от причастия. То есть человек не мог подойти к святой чаше, тело село на крови Христовой. Наказание было очень строгим. Дисциплина в церкви была очень и очень щепетильна в отношении наших грехов. Со временем исповедь, ввиду нашей немощи, ввиду того, что мы стесняемся и стыдимся исповедовать свои грехи, перестала быть публичной. И она стала тайной. Свидетелем от имени всей церкви этой исповеди стал священник. Ему была доверена роль примирителя, грешника, кающегося с церковью матерью, с церковной общиной. Он стал представителем церкви в этом таинстве. И людям стало легче так исповедоваться, так исповедь стала тайной. Со временем церковная дисциплина, наказание за совершенные грехи тоже стало мягче. Но тем не менее она остается и сохраняется. И покаяние включает в себя не только исповедь в своих грехах, не только рассказ о них, не только твердое намерение и желание не совершать больше греха, но и церковную реакцию на грех, то есть предлагаемые священником средства к тому, чтобы человек изменился и больше не согрешал. Это могут быть молитвы, это может быть усиленный пост, это может быть доброе делание какое-то, например, раздача милостыни, которая способствует исправлению человека. Вот так появилось и развивалось таинство исповеди. В православной традиции существует практика, которая называется епитимия. Она назначается для помощи кающемуся в борьбе с грехом искоренения навыка греха. Она помогает согрешившему обрести силы для истинного покаяния и духовно возродиться. Возможные виды епитимии – поклоны во время чтения домашнего молитвенного правила, чтение духовной литературы, пост, милостыня и так далее. Слово «епитимия» – это отлучение от причастия. Сейчас оно применяется, как правило, в очень редких случаях, вопиющего нарушения канонов церкви, норм морали христианской. И применяется оно, как правило, по благословению правящего архиерея. Священник, как правило, предлагает человеку на время воздержаться от причастия, на небольшое, подготовившись к нему дополнительно. Предлагаются дополнительные молитвы, дополнительный пост, дополнительные какие-то труды. Это тоже называется епитимией. Но в собственном смысле слова, вот отлучением как таковым оно не является. Это скорее способ подготовить человека к причастию лучше, потому что мы слышим, как апостол Павел говорит нам, что недостойно причащающийся суд его осуждения себе и тело и кровь Христова. Обо всем том, что было найдено и осознано, и следует исповедоваться. Но помните про искренность, не превращайте беседу со священником просто в формальное перечисление грехов по списку, говорит священник. Покаяние по сути – это изменение ума, поэтому нельзя на исповеди говорить о тех грехах, которые человек заведомо повторит в дальнейшей своей жизни.
Исповедью называется внешний чин, таинство покаяния. Покаяние же в греческом оригинале называется словом метаноия, изменение ума. То есть покаяние – это такая исповедь, после которой мы не повторяем тех грехов, в которых покаялись. Все остальное – это лишь наши шаги на пути к истинному и настоящему покаянию. И даже исповедуя грехи, но повторяя их вновь и вновь, мы не можем быть чистосердечными в своем мнении о том, что мы до конца раскаялись. Правда же? И поэтому исповедь от покаяния, на мой взгляд, все-таки отличается своими плодами, своими результатами. Что касается необходимости каяться в храме. Ну, мы с вами уже сказали о том, что священник выполняет роль примирителя кающегося грешника с церковной общиной. Но кроме того, священник – это еще и свидетель на страшном суде о нашем покаянии. Есть церковная давняя традиция, которая говорит нам о том, что священник будет свидетельствовать на страшном суде о том, раскаялись ли мы в своих грехах. И иметь такого свидетеля в столь тяжелый момент нашей каждого с вами жизни, мне кажется, очень важно, очень дорого и очень ценно. Это нам сейчас стыдно и неловко говорить о своем каком-то нехорошем поступке священнику, но потом, когда от ответа этого священника будет зависеть то, будем ли мы вечность с Богом или вечность без Бога, я думаю, что наличие такого свидетеля для каждого покажется очень-очень важным, очень и очень нужным. Что касается посредничества, священник-свидетель. Не столько посредник, посредничество – это скорее католическое учение. Православная церковь говорит о том, что священник – это свидетель, друг жениха. Это друг Христов, который помогает человеку советами, добрым отношением, добрым словом и молитвой, самое главное, раскаяться, очиститься, измениться в своей жизни, в своем поведении, избавиться от греха. Что касается Бога в душе, знаете, один известный богослов сказал по этому поводу, когда мне говорят, что Бог у них в душе, я всегда спрашиваю, а какие подвиги вы совершали, чтобы у вас в душе поселился именно Бог? А что вы сделали в своей жизни такого, чтобы Бог был у вас в душе? К сожалению, современный человек склонен принимать естественное для каждого религиозное чувство, чувство того, что что-то где-то есть, есть высшие некие силы, за то, что у них в душе уже сам Бог. Это не так. Для того, чтобы Бог вошел в нашу душу, мы всю жизнь свою должны посвятить тому, чтобы приготовить эту душу для Бога. Я вас уверяю, что большинство тех, кто говорит, что Бог у них в душе, вряд ли понесли подвиги поста, молитвы, безмолвия, доброделания или милосердия, которые позволяли бы им об этом говорить. Поэтому подобное в душеверие – это, на мой взгляд, просто признак того, что человек еще далек. Далек от понимания того, что Бог – это личность. Того, что между Богом и человеком существуют некие глубоко личные отношения, личность на личность. И если человек этого не чувствует, он может смело и дерзко говорить, да, Бог у меня в душе. Но когда человек начинает осознавать то, что Бог – это личность, такое самомнение быстро проходит. Несомненно, в боязни покаяния в присутствии священника присутствует желание скрыть от окружающих отрицательные стороны своей личности. Вспоминая слова Иоанна Златоуста, «Сатана извратил естественный порядок, греху он дал дерзость, а покаянию стыд». В православии грех приравнивается к болезни, а священнослужитель – к врачевателю. Именно поэтому общение с батюшкой и исповедь должны быть частью духовной жизни каждого верующего. Осуждай меня, Господь, за то, что в жизненном смирении я не пытался побороть свое земное назначение. Не осуждай меня, Господь. Не скитался по отчизне, я долго шел к тебе по жизни. Не осуждай меня, Господь, за все, что сделалось виною, за то, что именем твоим я называл совсем иное, за то, что сослепу внимал,
чужим посулам и обетам. Я так давно тебя искал, что позабыл твои приметы. Не осуждай меня, Господь. За то, что я по пустякам тебя молитвой не тревожил, а ныне здесь у алтаря стою с протянутой душою, чтоб милосердие даря ты принял жертву от изгоя. Не осуждай меня, Господь. Не осуждай меня, мой Бог. Забыть твое величие, но дай на огненном витке с надеждой слышать вдалеке: Господь с тобой, с тобою. Но дай на огненном витке с надеждой слышать вдалеке: Господь с тобой. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Днем слабые умеренные дожди. Утром местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 13. В горах плюс 3, плюс 8. Выше 1500 метров лавина опасна. В Черкесске днем слабый дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. При порывах до 18 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 13 градусов. Информационно-музыкальная программа «Радио Карачаево-Черкесии Республика» подошла к своему завершению. Над выпуском работали журналисты службы информации. Программу провел Марти Киев, звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и оставайтесь с нами.